Муйчунь показывает способ массажа затылочной области головы для профилактики инсульта, нормализации давления, улучшения слуха, зрения, обоняния, осязания и других чувств. Массаж осуществляется любым поясом или полоской ткани. Волосы можно закрыть любой тонкой тканью, например, капюшоном. Этот массаж – профилактика и нормализация различных вопросов со здоровьем и выполняется самостоятельно. Делать надо немного, но ежедневно. Важно, что не надо точно искать эти точки, а достаточно делать просто массаж этих мест. Смотрите внимательно, как объясняет Муйчунь. Здоровья вам! Профилактика инсульта – Муйчунь. Начнем делать этот массаж. Смотрите, у меня в руках вот такой пояс. Этот пояс может быть длинным, может быть коротким. Пояс размещаем сзади головы, на затылке. Массаж, движение пояса, делаем с небольшой амплитудой, тонко. Если тереть сильно, то пойдет дым и огонь. Надо делать очень тонко, так, чтобы двигалась только кожа вместе с поясом. Мастер Муйчунь, возьмите этот пояс. О, вы сегодня добрый. А этот пояс для вас. Я покажу, смотрите. В этом месте на затылке находятся два бугра. Потрогайте сами свой затылок. У кого эти бугры на затылке большие, надо быть внимательным и осторожным. Этот массаж является профилактикой инсульта. Вы можете пойти в больницу и посмотреть на людей с инсультом. У них на затылке, там, бугры очень большие. Надо смотреть и с левой стороны, и с правой. У кого большие шары на затылке, надо быть очень внимательным. Если эти шары есть и их трогать, нажимать на них, они будут очень болеть. Внутри них застой крови. Смотрите на меня. В этом месте на затылке. Трем поясом горизонтально, немного выше ушей. Потом делаем массаж на уровне ушей. Затем опускаем линию, на которой делаем массаж, к шее. Снова перемещаемся выше. Потом посмотрите. Начинаем тереть под углом, по диагонали, над ухом и по шее вниз. Потом меняем угол массажа. Делайте. Трите себе затылок. Потом вы попробуете это делать сами. Очень помогает. Глаза становятся ясные, как яркие лампы. Потом уже в этом месте. Смотрите, как я показываю. Затем на шее, под ухом. Пояс не хочет тереть меня. Наверное, не рад сегодня. Голова должна быть ровной. Затем меняем угол по диагонали. Так делайте. Если болит кожа или мешают волосы, одевайте косынку или тонкую ткань. Потом вибрируем поясом на затылке. Когда закончили массаж с поясом, начинаем делать массаж руками. Посмотрите. Важно движение против роста волос. Потом давим вниз. Мягко, потом сильно, потом снова мягко. Сильно, мягко. Переходим вперед. Делаем вот так, как на видео. Слышите? Мое ухо уже услышало, что в Пекине. Это понятно? Сразу появляется чувство, что ухо слышит очень далекие звуки. Глаза видят тоже очень далеко. Обоняние также обостряется. Это место, затылок, отвечает за все, что происходит в мозгу, внутри головы. Голова внутри отвечает за 5 органов. Возможность слушать, нюхать, видеть, пробовать вкус или чувствовать. Сразу ощущение, что внутри головы стало меньше дыма. Тумана стало меньше. Как будто кипела вода, и было много пара. Окно уже запотело. Потом пар сразу пропал, и стало очень чисто
и ясно. Такой массаж с поясом помогает нашему здоровью. Это очень хорошо. Здоровья вам! Уважаемые друзья, если вы хотите заниматься с мастером Уйчунем или заниматься по его методике, или если вы хотите организовать семинар или встречу с ним в вашем городе, на экране телефоны. Вы можете позвонить нам или найти во всех популярных мессенджерах.